рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я приготовлю очень вкусную голень индейки, запеченную в духовке. Для приготовления голени в духовке мне понадобится голень индейки, одна луковица, одна морковь, у меня достаточно крупная, можно взять поменьше, 6 зубчиков чеснока, фольга, оливковое масло, вустерский соус, его можно заменить просто соевым соусом, смесь перцев, соль по вкусу и тимьян или чебрец измельченный. Итак, приступаем к приготовлению. Голень я приготовила вот такой маринад. Я взяла 3 столовые ложки вустерского соуса, либо вы возьмете соевый соус, 2, ну можно 3 чайные ложки оливкового масла, смесь перцев по вкусу, соли добавила немножко совсем, вот, и добавила примерно половина столовой ложки, это тимьяна, ну либо чебрец. И выдавила весь чеснок. Это у меня получилось 6 зубочков. Если вам много, можете добавить меньше. Но если добавите 6, вкус будет более ароматный. Значит, сейчас моим маринадом я натру хорошо голень и оставлю мариноваться голень примерно полчаса. Голень маринуется, тем временем я порежу полукольцами лук и кольцами морковь. На морковь и лук мы будем выкладывать голень. Я уже положила в форму на лук и морковку и сейчас закрыла фольгой. Сейчас я поставлю в духовку при температуре 200 градусов на час. Так как индейка у меня домашняя, через час мы проверим готовность мяса.
Вот. Если индейка будет готова, тогда я ее открою, еще примерно минут 20 буду жарить без фольги.